Ռուսաստան բդախո Սաթոլուշոն։ Թոլստոյի Միլլի Տելևիզիա դեշմամին է մոնադայ։ Թոլստոյի Փայտախ Լանկոնադա դեհանգոմի վախտի սաթ հաֆտը։ Обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда, товарищ правда. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда. Չմա այս զաբիոնյան հովոն։ Աշտա սխանի սվտադա աժոք հարդիդամ շումակու կի սավ եմ աղանդան թոլոշի հաղատի դե Սավետի իտվողի կոմբունիստ պարտիա պրավդա։ Սխաննի կի ավշտանան հաղատպե, ամմա ջուրի հաղատպե, յանի իդյոլոժի մանուադա հաղատպե, համան բեվաջա հաղիղատնը Ամյան բվոթըմ կի վեինա ոդամոնը մի սարասետան անջախ էսա, յանե էսեսերի վլոբե բապեշտա վիստպեն սորի բադիգա աննա չատինիոնյան քաղթի դավարդե, ազոբ ազյատի զլլաթի քաշեբապեշտա։ Պոսսավետի գոնասորոն դավոնյա ոդամոն էսա գադա գադա սարասետանքի Սավետի վաղթ դե էսատնա զամոնի մողոյի սադա հաղիղատան ղզլա ասրեբան։ Ավոն էսա սարասետանքի դեշտաշտա դաստի վլոշոն կարդա չը կամպանելլա հաշիշար։ Անջախ չիչ պաբեքարդե ավ վաղթոն դավարդին շին, չոքնաբավոթեն բախըդո մասլուհատի շուքյուր։ Բարքյաման հեժոժի գոչոք է բան։ Բմադան չխթո հկմատի վինդեգարակ է։ Չամա ֆարսա բյոն ոթայնա հար չէ ազ դուստ ռեսադ նիկուստ։ Յանի իժան խդո մասլուհատ չոք է, շուքյուր լոզի մեկ հարդե բա խդոքու ոմա հար չի։ Ինդ հասի չմը մատլաբ մոնի բոշմա գապժանի։ Չմը մախսադ թոլուշի հաղիղատի հախադա գապժայ է։ Ըմչը հաղատ է, բազնեշոն չմուկ պարս է։ Բայց չէ հաղիղատի բեդաշե թոլշա հաղիղատ, ուրուսա հաղիղատ եւ ֆարսա հաղիղատ։ Օխո հաղիղատ իգլայե։ Նե չմա ազ գիրամյոն։ Հստե մտլախ հաղիղատ, ավ իե բո հար օդամիան հար խալղի։ Դեմյան ժիգո հար գլա օդամիա խալղիան բազնեշե բե աշտա հաղիղատ։ Ուրուսի չարի հեստշբե աշտա հաղիղատ, կոմունիստա պարտիան հեստշբե աշտա հաղիղատ։ Չամուն կոմ գլայնի չոգ բե յա բեվաջ բե ըմի խդո բազնե։ Յանքի դե էլմի զվոնի բվոթոմոն թարղ այ նիշոբադո։ Էսա հալա ռայե չայ հախադա սակշտաժա։ Չամա թոլշոն ան հեստշուն էշտա հաղեղատ։ Հար գլա թոլշ զնանին է, ազբար զնանին եմ հաղատի։ Չում չկո այ նզնոմոն բավադա այանդա նի բաբե բոչ համա խալղի։ Ամայոդո բե բաշեմոն, չայյուան նի բաբե մոն թարղի սահնավ։ Ախաղոն ուզավ զնեդանքի ավոն զնեդան շտա հաղատի։ Կոնկրետ գլա խալղի հաղատ վեի վաղթի ակս բազնեբե բա ջո խալղի յանքի խալղոն հաղատի։
Ама знанини монки фаргыш чиче чама хагати джо халгон хагигати ку. Чиче чай хасусят. Джо халгон хагигати сурати пегате абни. Чум чуко ам хатуе бо харгла халги. Боч ама халги анжа гогла ко чандагла фаджион базневарде. Баврада бачама комаг расседа жигоглай уруси йолон сахан. Бо уруси чог бачи, бо алмани ба марде баробаре. Жаго бу бавада буан бегули бакамон боштаки, бас чи че толоши хагигат. Интаси бу парси джавоб надуа, ай башма йод биям ки, ама баврада ба мантоги охо роснефикада нимон урусон хамон масали. Чум чко ама пьедам ники, Боч ама халги чог багла масала фаджия бия, боджо халги. Ачи ки ама урзу кардедамон бошта халги, ай жагуан урзу кардедамон боджо харгла халги. Толыши хагигат чама азиза толышон, сабасожа толыстони идеяе, кыртиян бармала. Чо хич гла хагигат азыни бе бо ама мружна ружада. Мумкюне ки чама ам хагигати контурон да гишт базнен бе висси сори ба пешта. Ам амружна ружи чама хагигат иглае, Толстон, Озода Толстон, Сабасожа Толстон. Ам идея эйтиво каде да эштанада хам чама халги, хам чай тарихи ян фарханги, хаман чай озавзие овч каде. Нахоят ам идея эйтиво каде да эштанада чама халги аянда. Чай бахтавара аянда. Дигла сахани бувотомон чама хагигат Толстоне. Чама джо хагигат азнибе. Чи че Толстон? Ам игла салзамин ни, маян марзон дладаба мамлекет ни. Ам хамма атрибутонеш, нушонон ян аломатонеш ба довлате. Чай хестеше ишта марзон, ишта дла ян дашти сиосат. Ишта мадани приоритетон ян джо масалон. Ам гласоя мануада мамлекет я махол ни. Ам хам сарзамин, хаман идеяе. Ам чама шури махвари сыгэ. Ам чама милли эйнияте. Ам чама хуниян гужде. Толстон бо джами толушон джозиба марказе. Толстон чама халги харгла толуши джоне. Чама азизон. Аз жиго фикир кардедам ки шама сара седашон ки толуши хагигат Толстоне. Йо эхтиёҷ виндеда ним бо зиёда изоҳотӣ. Ҳеҷ гила муқобилайна сахан окодо лозим не ки, ама сарасамон ам гила бармола ҳақиқате ки Толстон чама халғи ҷами толуша этноси жиеян озавзие иглаля таъминоте, гаранте. Амма чама мақсад игла жие ни. Чама тожа наслон ба пе бивиндан ишта орзувони барда мамлакати. Ба пе бизнен ки игла Толстона да авон ба жимон давоне базнен ишта ан мархама орзуён ян пиаён. Реализа базнен карде ишта ан джигаманда ниятон. Бадин базнен бе карде ишта ан йола истедодон. Толстон ми бизнен игла харитада кашаба гла сарзамин ни. Толстон ам мамлакате ки айё довлат ба каше чаҳар гла толуши ҳавари. Зомин ба бе бой. Айё ниғо ба дон чама халғи маданияти, звони, чай миллии нияти, чавон миллии кияти. Толстон гла озода мамлакат ба бе иншалла. Ав намуна ба бе бо дунё ҷо халғон ян довлатон. Толстон антипод ба бе бо чанда гла халғи ба зиндон огарда Озербойҷонада. Эса чама вазифааме, ама ба пе нишо бадамон ба чами дунё ки, ба чама халғи дамедам ҳақиқат, чама халғ лоиғе ба ҳақиқати. Дунё ҳаммаи зананине ки толушон де сабарзи бо мен чу таърихи вазифае дау. Дунё зананине ки ама ҳадар ҳадари ҷон дода нимон ишта озоди руада. Ама ҳадар ҳадари ҳавур ҳавур кардеда нимон бошта довлати сохте. Бошта ҳақиқати ба жимон давоне. Дунё ба пе бизне ки чама мақсад ҳам нияти ҷаҳато, ҳама ништа мазмуни ҷаҳато наҷиб гла мақсаде. Чун чико чай реализа карде бахш ба карде ҳам ба чама халғӣ, ҳаман ба региони ҷо халғон тоҷа имконон, таъмин ба карде регионада сулҳи ян амнияти. Чума азизон,
Бучаз хал хеле кардидам шумани ки жигу джидди эбан бачама толыша хагигати. Хежос буд бкан хам бачама толышон. Хаман баджами дынё ки бачама халги даме дам хагигат. Чама халг лои гэсабасо жиян озуд ббу. Масала бмада ки чама чашон навада пешнада сорондалада чандагла халг дешта хагигати. Яни бачама хагигати незя чайку бнчаб фаргина хагигати фактик суратада бажимон давоняшоне эштан ниятон ян орзуён. Хагигатшон кардашта рангрисина ханон. Хаман ба назар бстанан ки ча халгон харглайни орзуён ян ниятон фаргинин, фаргин бан яндку. Чавон далада худо тарафа орзуйонан бан, ба худо хагигати акс беша орзуйонан. Чавон далада ама раст омамон ба маннави джахато сароста пока ниятон. Хаман ба маннави джахато беваджа, но пока ниятон. Иса пегамбари вотайна ниятон базнешон чавон бахравинде ада. Вон назаро давонамон дгла тарахи шариоти. Ама бвахти фик мадамон ба чавон рагриша. Эшта назари сагандамон анжах чавон дуа бахронса. Масалан назаро давонамон ч Косово Албанон. Гарби гудратина комак карда ам халг де ан сахтаян гатолла воситон ноил бин башта хагигати. Яне сохтешоне Албани довлат Косово. Чи чиш довлати ба Албанон штани? Безамина да жия джо халгон. Хаман ба Авропа ам региони. Косово, Сербия, ку эсие натиджада, ба мион беше гэрд бандита гладаста. Чай дарц сар игламе ки, авон шав руж одамон органон хаватедан пул хазанч кардедан. Наркотик хаватедан пул хазанч кардедан. Де криминали мшхол бедан, де роян пул хазанч кардедан. Жиго бу ки базне бахтавар воте бмахолада жия одамон. Бама жиго омеда ки хича довлати ишта шахрвандонан бахтавар азанин баштавоте. Ком нормал халги ба пиаше ки чавон ваоман аслон тарбия бабун жиго гла дашатина шариот хадай. Ком халги бошта ба пиаше жиго гла сабасо жа довлат. Аврашан маалуме ки свой Косово Албанон сербониян джо халгонан жиедан ба довлати заминон адам. Ама халгон хаммай жбзан кафте кашиса жиедан. Яне авон хаммай махруми нио ан ади хахониян озодионку. Авон хаммай жиедан тарс ларзи далада. Жигу гла шариотада ки базне габжа ча халгон маданиятиян фарханги хахада. Свой ми Авропа гита аштанан саше гла гвони маркяз. Глаян вам пандама чаяндомада. Халабакон фасотон сабаб ба бе ам довлат бо Авропа, чокна банабу меранги обагарде баж Авропа, хдо базне. Аман ча Авропа ба Косово карда комаги аваз. Жаго бу бавада парседам шумаку, ба ки ба ком халги лозиме ч Косово Албанон хамон хагигат. Дмина намуна чама хамсия банди харабог, яне Арцахе. Эрманьон озод кардашоне махол ахли хбирам боризада. Хич ки комагыш не карде бавон. Авон сабуд кардашоне шта дада бобу заминонада озо джие хах джангада. Чич бе чмёхо. Чама чашивада ба мион беше глай камила довлат. Озорбаджон чанна тазовуз бкван, а довлати таминиш карда бошта шарвандон динджа жимониян овч. Амиян занедашон ки эса дынё хар врау чанда одамон омедан бахарабо. Ома касон далада ама винде дамон чанда гла юла сиосат корон. Маданияти хадимон ян джо касон. Хаман ома касон хамма деш шоевой фода каде данышта хейра тич довлати ян мамлакатику. Ва ома наслон ян региони джо халгон навада шта масуляти фама арсахи довлати йолон гла наму нави довлатышон сохта. Аве парседам шумаку. Харки харкия, хай боштана озорбаджани тарки бадам мандабай. Жиго овч азни карде харабох. Мандабай айон овч акай манавиян ахлоги дагардатиян коррупция. Ба харабох жон коврадаме да жагу глажимон. Охоч харабох жон хагигат асыл манави хагигате. Бо хич гла халги, хасусан бо харабох жон штани хич айбни де жагу гла хагигати жие. Хаман ба джо халгон башта эгволиян тарихи чашид ла дия карде.
Эсам буан бунамон чичонеш варде сабасужа Арцахи бо джами Хавхази региони. Европа миона даба Косово ко Арцахи варбмадаки региона да амнияти лапак баргарорбе. Дустатиян сулп харварати лапак баргарорбе. Ам хакигат хаман тамино додаки чаматолуша халган бажимон давоне. Иншаллах, эшта хакигати. Чому глаян мано бмадаки харабогжон чок сарасиданки. Авон бахтавара жимон азанин карде. Гирам чавон хамсия халгон аж джумла чама толуша халг озод небу. Хатто ба чашива вардеян одами бадашад вардедаки озорбежон ком джинуятон азни карде. Гирам арцах сабасож банабай. Маз арцахи бегате да чо озорбежони нави. Им кондо да ники, чай хукмат гэд мав бка, чанда гла джо бнайна халги. Демян арцах тамиз карде да чама халгон ба озоди шаро. Маз ав балан сохте да региона да. Тамино дода ба Захавгазия джо халгон ки авонан озод бканыштани. Чума азизон. Ама толушонан жаго кардани нимон ки бда чама ам наджиба хагигатан хайманда бахрон бда. Хам бачама халгиштани, хаман бачама бречина региони джо бнайна халгон. Саломат бмандан, хдо комагон ббу. Бжи, чама хоса толуша халг. Бжи, толуша хагигат, сабасожа толустон. Бжи толустони милли телевизия. Вашедан хамма киону шта киону чашу кубедам, тони биндам жоготан сутта чашон обрубедам, она дардон дала да хич жоголол бени бебе, эй, она дардон дала да хич жоголол бени бебе, пешо буттам ди бебе, она бехол бени бебе. Мардунан бежи бебе, ох, жоғол ол бені бебе. Хе-хе-хе, жоғол ол бені бебе. Нима морда, нима горда, жоголол бени бебе.
Богисай бонни бабе, Богла шорба хи бабе, Дон шрапи бабе, Ох, жоголол бени бабе, Жоголол бени бабе. خبابستان چطونو بخونه خو غارز چیچه خبابستان چطونو میونده مارز چیچه هنی بسته خیا کارده جغلول بینی ببه هنی بسته خیا کارده جغلول بینی ببه اشته که همه دانه به او دانه یردره نبه اولو دانم جنه به اخ جغلول بینی ببه هی جغلول بینی ببه Шар Санкт-Петербурга да жия Русия шарванд Алиса Севикян оварда ба полис де ариза бесмертни полки шемонада де гла Азербайджанны жи бай Русния хасоратон алогодор. Ишта ариза да Севикяни хайшиш карда ки тадбир бвинден бай физики хасорат Русния ай сина порику да дасти да куя мерди айдиотада. Натижа да Севикян тирба пешт гня асфальти сапе хасорат са. Де Рус Арминфо махбири соҳбатада Севикяни хабаршуда ки Петербурги полиси хани хабсиш карда ай да куя шахс. Халя да чи инциденти тағығы чеда. Майя манги навада бесмертни полки Петербургада шемони вақти марашула егиня Эрманьонян Азербайджану жонарада. Чайо чангбаяха бан авон деянда. Марашула егиня сабаб чо Азербайджану жон норозия ти ба ки Эрманьон шемони вақти шанде Эрманистониян банди харабоғи Арцахи парчамон. Истанбулада Чайя София Мабади навада намуж вота и даста мусульмони талабыш карда ки Ижан Мачид Бкан Мабади. Хабадуда Хюриет. Чаксия ташкил карда касон Анатолия Джавонон Асосия ба. Дэсэ каси Майя Манги Сензада часони намужешон вота Айя София Мабади навада. Чайо талабышон карда ки Ижан Мачид Бкан Амабади. Аксияшон хас карда ба Османон Константинополи фат карде сорогарди. Пенса 37 мина сори Мабади эжеба пешта ян тоса Османи империя и 1453 мина ружи хджум карда бахти Айя София Православа Мабад. Хаманчи Константинополи патриархи гарургуба. Константинополи фат карде ба пешта туркон мачитошон карде амабад. И 1935 мина сори музеешон карде ав. Вики Ликси таклифуш карда са хазо доллар ба шахси ки ав эбадаште бавонч Америка президент Дональд Трампи де ишта койку узод карда ба Федерал тағиғоти бюро Йол Джеймс Коми. Вахада ташкилоти хабаш дуа ишта твиттерада. Таклифуш карда ба
Орзувони кардакасон ки ханиан вей базне карде амаблаги. Биткоинон обавоштне ба хусуси хисоб. Хабадода лентару. Тикай банав мая манги донзада Трампи маслухат знабе ба комики ав успур бу ки ни чавон гапи навштай нав ай ба журналистон эдаште. Трампи озодыш кардакоми мая манги дада де адлия вазир сар прокурори товсия. Озербайджанада Косоиб Ниджат Ибрахимови 5 рӯжеки 2-6 тагав вашьяниш эълон карда. Косоиб хабаш дуа социал шабаконада ки полисон ба дастшон даганда ав. Сашоне чай пулон ба пучишон бекарда чай хашиян ба лынг лағшон жа чай хахон. Ниджат Ибрахимови навкуан карда шежаго акцион. Декабри сияда ай да чок нияш бе штагав. Элонеш карда бе мдата вашяни. Дазо хашмина сори чай кусашоне $30,000 вадошон карда бе бай мълк. Амма пулошон огордняни мълкшон андуани. Ниджат Ибрахимов тазда кардида ки умуман вазифайна шахсон чай кусашоне $46,900. Ба чай шикатон реакция доданин хугуги мухофиза органон. Здравствуйте! Сегодня наша беседа будет посвящена гению разведки, как его назвали, полковнику Рудольфу Абелю.
судьбе великого советского разведчика Рудольфа Абеля фактически переплелись биографии нескольких нелегалов-разведчиков. Именно с его именем связана история похищения у американцев чертежей защитного пояса атомной бомбы, которые позволили советским ученым за краткие сроки завершить уже давно разрабатывавшийся проект советской атомной бомбы. Супруги Розенберг, принявшие самое активное участие в этом деле, вскоре были выслежены ФБР и оказались на скамье подсудимых. Но Абель продолжал еще работать резидентом советской разведки. И после провала супругов Розенберг, когда Генри Оппенгеймера, отца американской атомной бомбы, спросили на суде, мог ли он предполагать, что сверхсекретные чертежи могут оказаться в руках потенциального противника, он ответил, что да, он это допускал и рад, что так и случилось. По его мнению, это был единственный способ не допустить применения атомной бомбы США и, следовательно, не допустить начала Третьей мировой ядерной войны. Ведь если в США любые ястребы будут знать, что у какой-то другой страны тоже есть оружие массового поражения, то Третья мировая война теряет смысл и никогда не начнется. Но чтобы эта простая логика сработала, нужны были годы самоотверженного труда группы полковника Абеля. Интересно то, что он назвался этим именем при аресте и почти 4 года провел в тюрьме США, когда его уговаривали раскаяться и рассказать все о своей разведдеятельности и предлагали деньги, должности, доллары и почетную старость. Но он так и не сказал своего настоящего имени. Американский суд судил его как Рудольфа Абеля, советского разведчика, организовавшего разведгруппу в Лос-Аламосе, центре ядерных исследований США, и приговорил к 32 годам тюремного заключения. Абелю было в это время уже 55 лет, и, конечно же, он, скорее всего, скончался бы в американской тюрьме за время столь долгого заключения. Но судьба распорядилась иначе. На самом деле полковник Абель отсидел 4 года в одиночной камере тюрьмы в Атланте и по предложению американской разведки Центрального разведывательного управления в феврале 1962 года был обменен на шпиона Фрэнсиса Пауэрса, которого сбили в 1960 году на высоте 28 километров из зенитной ракеты, о существовании которой в США даже не догадывались. Пауэрс тогда вылетел из Пакистана, пересек всю Среднюю Азию и был сбит над Уралом, успев сделать более 2000 фотоснимков. Инициатива обмена исходила от американского адвоката Джеймса Донована, но ее поддержали на самом высоком уровне США. Щепетильность ситуации заключалась в том, что СССР никогда не признавался, что имеет нелегальных разведчиков, а обменяв Абеля на Пауэрса, фактически приходилось это признать. Но личность Абеля, тот ценный вклад, который он сделал в создание атомной бомбы, и вся его разведдеятельность были настолько легендарны, что впервые Хрущев пошел на исключительный шаг. Руководство КГБ получило разрешение на обмен. И 10 февраля 1962 года на Глиникском мосту между Берлином и Потсдамом рано утром произошел этот обмен. Этот эпизод был блистательно изображен в популярном фильме «Мертвый сезон» с Донатасом Баньонисом в главной роли. Так кто же он на самом деле, полковник Абель? Уже через несколько лет после его смерти, в
1971 году стало известно, что под этим именем скрывался советский разведчик Вильям Фишер. Он родился в 1903 году в английском городке Ньюкасл-апон-Тайн возле Бирмингема. Его отец Генрих Фишер был знаком с молодым Лениным и участвовал в большевистских кружках в России, за что и был выслан из империи по представлению полиции в 1902 году. Он переехал в Англию, где были друзья у него, которые помогли ему устроиться на работу. Там он женился на российской подданной Любови Корнеевой. И вскоре у них появилось два сына. Старший Гарри и затем Уильям. В 1918 году он поступил в Лондонский университет, где успел проучиться 3 года. И летом 1920 года семья возвратилась в Россию. Первые несколько лет семья жила прямо в Кремле, поскольку родители стали работать в исполкоме Коминтерна. Молодой Уильям Фишер отлично владел, как и родители, русским, немецким, английским, французским, испанским и португальским языками. Поэтому совершенно неудивительно, что 18-летний юноша вместе с родителями стал работать в исполкоме Коминтерна переводчиком. Одновременно он получает высшее образование и осваивает профессионально дело радиста. Уже в 1925 году он был призван в Красную армию и служил радистом. В апреле 1927 года он женился на арфистке Елене Лебедевой. И через 2 года у них родилась дочь Эвелина. Через месяц после женитьбы Вильям Фишер был приглашен в органы разведки НКВД. После соответствующей подготовки в 1930 году он отправился в Англию резидентом советской разведки в этой стране и в Норвегии. Но в 1937 году на Запад бежал Орлов, с которым Вильям Фишер вместе работал в НКВД. Решили из соображений безопасности, что его вызовут в Москву. Но в это время в НКВД сменилось руководство. Его возглавил Лаврентий Берия. Он уволил из органов всех, кто контактировал с Орловым. И Вильям Фишер остался в 1938 году в Москве без работы. Еще хорошо, что не арестовали. Вполне могло и так закончиться. С большим трудом, благодаря друзьям отца, Вильям сумел устроиться на авиационный завод инженером. Но вскоре разведка его снова поманила, и он написал письмо секретарю ЦК Андрееву, близко знавшему его отца, с просьбой помочь восстановиться в разведке. За один только факт такого письма Берия мог отправить его на Колыму, но его снова ждала удача. По приказу Берия он был вновь принят в разведку в конце 1939 года и отправлен на финский фронт радистом. По официальной версии, с 1941 года он работал с радистами-партизанами в Самаре и готовил их к заброске в тыл немцам. А по воспоминаниям его приемной дочери Лидии Боярской, это приемная дочь Вильяма, которая была племянницей его жены, осталась сиротой. В годы Великой Отечественной войны он был заброшен в Германию и служил в штабе сухопутных войск у генерала Йодля. Никаких подтверждений этому нет, и органы строго молчат. Но в фильме «Щит и меч» этот сюжет присвоен советскому разведчику Александру Белову. Родная дочь Абеля, Эвелина,
скончалась в 2008 году в возрасте 79 лет. А эпизод, когда он признается по сюжету фильма «Мертвый сезон» о том, что в годы войны работал в немецком штабе высокого уровня, был отснят по воспоминаниям дочери, но не документирован никак. В 1947 году Вильяма Фишера под именем литовца Эндрю Кайотиса забросили в Канаду, откуда через год он перебрался в США и осел в Нью-Йорке. Он организовал агентурную сеть и уже через 3 месяца сумел добыть нужные документы. Легализовался он в США как фотограф-ретушер Эмиль Гольдфус и на это имя открыл фотостудию. Но снимал он квартиру под именем Джоя Коллинза. И впоследствии на суде именно эти имена идентифицировали его, поскольку даже предатель Рейно Хейнанин не знал его настоящего имени. Потом Вильям знал, что еще в 1955 году в Москве скончался его друг, полковник Абель. И спустя 2 года он решает назваться его именем. Так Вильям Фишер превратился в Рудольфа Абеля. А адвокат Донован, защищавший его в американском суде, заявил: «Я исхожу из того, что в Москве в настоящее время работают такие же способные парни, как полковник Абель, и мы, американцы, конечно же, гордимся ими». И адвокат блестяще построил защиту. Предатель Хейнанин предстал на суде алкоголиком и развратником, двоеженцем, избивавшим свою жену. Полицейский того участка, где жил Абель, говорил о нем только уважительно и на «вы». Другие свидетели говорили о благородстве и честности Абеля. Поэтому суд не приговорил его к смертной казни, хотя обычно за шпионаж в США приговаривали только к смертной казни. Журналисты, посещавшие его в тюрьме в Атланте, писали с удивлением, что в своей одиночной камере он решал математические задачи, составлял бизнес-планы на бумаге и писал маслом картины на холсте. Однажды решили проверить его индекс интеллектуального развития, и машинка выдала результат – близко к гениальности. Американцы так и не узнали его настоящего имени. И только после смерти Вильяма Фишера Абеля в 1971 году советские газеты опубликовали его настоящую фамилию, но без объяснений, почему Фишер решил после ареста представиться Абелем. Жил он до смерти в скромной 2-комнатной квартире и никаких просьб не подавал о расширении или улучшении жилплощади. Он много читал в последние годы жизни и преподавал молодым разведчикам. Но все обращали внимание на то, что он не любил встреч ветеранов в школах или на предприятиях, потому что признавался дочери Эвелине, что чувствует себя неловко, когда люди задают вопросы, а он не может, он не имеет права отвечать на них правдиво. Человек, награжденный от рождения природой многими способностями и талантами, он всю свою жизнь стремился максимально выложиться при выполнении заданий. Всю свою жизнь он считал, что самое достойное и благородное дело – это служить на пользу своему народу и принести максимальную пользу ему. Люди, подобные полковнику Абелю, работают и живут по зову сердца, и никакие деньги или благо жизни не могут их совратить с пути истинного. Спасибо за внимание. Never.
Thank you.
بدرنه فیمه شما عزیزان امروز از گباجم با شما بالکانی آلبانون ها خدا شما که اجوم آوه کی ده دغاتی گوش بدن با ما صف اماغاندان بالکانه در جیا ام خلقی ده قدیمه غفغازی آلبانیا در جیا غفغازی آلبانون آغوانون آلبانون بالکانی خلقی اون جیدان آلبانیا ده همچنین کسووا ده یان یونانستونی ترکیبه ده با کوباسونی اپیرا ده سویمی اون همان جیدان چ مکدونیا یان سربیا کوباسونی غربی رایونونا ده یان جو مملکتونا ده آلبانیا یان آلبانون سخانون منشا معلوم نی با ما. اما راست امیدامون ساوانونا ده به سخانون دمینا آسری کشیگو. کلی اتیمولوگون باند کرده دن ام سخانی ده هند اوروپا آلب باند سخانی یان کی لاتنی زبونا ده با آلبوس سی پی سخانی. ایسا آلبانون باشتا بوته دن شکیب تارون. اف پیگاتا با شکیب سالیز گاب جاکا سخانی کو. یونانستونه ده خلقی دلده ده باون بوته دن وزما واشیان. همچنین هسته جگو گلا فرضیه که چه خلقی ان مملکتی نوم پیگاتا با ایلیریا زبونه ده با اولبا دی سخانو. آلبانون اتنوگنیز حدیثا بهودا کافت یان دا پوشا مساله. حالی ده مساله ده هسته ده سگلا سرباستا فرضیه. بلغاری، چاراتی یا بیزانسی امپیریا با ما اومار رسا ساندون کجیگو معلوم بده که آلبانون حقاده ایمینا معلوموتون آیدی با دامینا آسری. همون وقتی چوون پیولو با آریال خیلی محدود بده کوباسونی آلبانیا باندون میردیتی دوکاگینی یا مالیسیا. به فرضیه خای آی وطدن که آلبانی توپونیمون وینی بریونه دا. همان سلاویانو توپونیمون گلاملان. اما هایمی آلبانیا زمینونه دا توپونیمون وینی سلاویانی زبونه دا. دونزه چوردامینا آسرونه دا آلبانون کوچ کرده دن کوباسونی باندونو با چولاریونیان با هایم. به وقتی اسیمیلیاسیا بدن نافکو رومان کرده با ایلیریون. اون به نام نیشون نی بدن. چه آلبانیا یونانون، سلاویانون همچنین رومان کرده با مکدونیا وژون، سارماتونیان، وینتون، سباسو با هایمی زمینونه دا آلبانون گنتیک تاثیر آنا ویان نبه نبه پیولو بدا چاون زوون. امیان بووت همون که وینتون آرومونون واسا نقطه هیسو بدن. بوش اون زمینه از سری سا بدا چکیب تارون طرفو سلاویانونیان چه ایستنا آلبانیا کوباسونه دا جیا رومان کرده با جمعیتی اسیمیلیاسیا کارده پروسس. با هفدامینه اصری اوخویان سابده شکیبتر زبانی توسکی واریانتی هایماده یعنی لابریه یعن توسکیه ده پیولو به پروسس. هسته همان پیشنا سلاویانا ترکا یعن یونانا تاثیر. اما او اکثر هلونا ده لوکال گنتیک یعن مادانی خارکتره ده به. چورده پونزمین آسرونه ده آلبانون ده گیورگی کاستریوتا یولیتی خیلی مقاومت نیشده با پشتا اگنین با ترکون آسورد. ترکون حکمراناتی وقتا ده چه آلبانون وینی قبول کرده اسلام. کلی آلبانا خیزونون مهم رولشون به عثمانی سلطنتی ادمینیستراسیا ده. چاونو بشین چه امپریا کلی مشهور وزیرون. دیمین جیگو پروواسلاوا آلبانون همچنین کلی مسلمان لیدران مثلا علی پاشا تپلنسکی اشتراکشون کرده هفته پونزمین آسرونه ده با ترکون و اینا شام بوریزه ده. چه آلبانون دولت مدارتی بر پوبه ای هزو نفسدون زمینه سوری یعنی پیش ایمینا بالکانی جنگی. ای هزو نفسا چل ای هزو نفسا هشتو مینه سوری آلبانیا ده حکیم بیچ انوار خوجا تجریدی سیاستی بارده افتوریتا رژیم. ای هزو نفسا هشتو مینه سورون ده مینه پوادا جیمونی فایا بهودا سارو با آلبانیا او کردشه اشتامارزون. دیمی آلوغو دور بینو به چه آلبانون با یونانستونیان ایتالیا میگرسیا. چه آلبانون پیولو به پروبلم مبوحیساینه ده آلبانون یان سربون. آلبانون یان مکدونون، آلبانون یان یونانون آراده شا اتنیک کنفلیکتون آلوغو دور. آلبانون زبونیان آداتون جهاتو جو بدن با جینا نیما گروپون. گگون کوباسونی آلبانون ساباسون کوباسونی آلبانیا ده مکدونیا ده چرنوگوریا ده اون اساسان مسلمانی نیان کاتولیکین یعنی فاندونی
Гегондала да тоса изам манда тобия итфогон, яне фисон. Тоскон, яне хайми Албанон, сабасон, хайми маркези Албания да ян Юнанстона да. А вон асусан мусульмони ян православин. Сейза ян шонзамина астронара да Балканада ша гура процессон, яне Салибон Хураджон, Бизанси империя заив эгэнье, ян Османи империя ба фаяра сэхджубато, Албани этносо джобин дэгла субэтник эксклава даста. А вон дэ фатхаши озавзиян бана сабасужа халхон. Халя да а вон заив бандин башта тарихи сарзамини. Висмина ассири сафтада чхач парастон ян мусульмонон нисбат тагрибан баробар бе. Ча Албанон чла 7 фаиз католикян православ бе. 53 фаиз сабой мусульмон бе. Тикаян баннав бушомон баминдемон ки джо-джо савонон гирджон нисбат додан бама бмасалада. Кали савонон хаба додан лаб 8 фаиз мусульмони Албания да жие хахада. Диамакамон ки Бейналха хачпараста энциклопедия навыштеда ки, хежо хамон ды хазо навмина сори анжах сива 8 фаиз албан мусульмон бе, сива 6 фаизан хачпараст бе. Мамкюне ки ба динни группон нисбати а факти тасириш карда ки, Албанияда че Анвар Ходжа хакимияти вахтада таблих карда да бин атеизми. Саломат бмандан. Хдо комагон бабу.
я орих басу арт агреси чи я батар ланком баши ланкон эйч ми батар баши баши кала шестон ланком баши ланкон эйч ми батар баши баши кала шестон. Бежи, бежи, как шум пойдет. Ланком бежи, ланком нечь ми ватар. Бежи, бежи, как шум пойдет. Бежи, бежи, как шум пойдет.